Как такое получилось? Непонятно. Салют, пироги. Салют, пироги. Село Ягодное. Продолжаем мы с вами тут выживать. Или фермерствовать, кому как больше нравится. В общем, за кадром, что было сделано. Было много раз посажено вот это поле. Было много раз вывезено. Потому и капитал у нас такой. 418 тысяч. Вот, копил я эти денежки, чтобы купить кое-что интересненькое. За кадром я еще поставил вот такую вот приблуду, чтобы видеть, чего у нас тут в нашем элеваторе есть. А в нем осталось соевых бобов на 29 тысяч, почти на 30. Ячменя в два раза больше почти. Вот, еще я поставил вот такую вот... Ай, не туда. Где она есть-то? Где-то и вот такую вот замечательную рампу. Хоп-хоп-хоп. Чтобы мы тут смогли с вами что-нибудь фантазировать и загонять сюда, чинить какие-нибудь наши тракторята. Еще за кадром поставил вот такой вот септик. Туалетик. Выкачной. Да, можно сюда подгонять технику и, собственно, выкачивать оттуда все то, что мы наваляем вот в эту дырочку. Вот, друзья, собственно, начнем все то, ради чего мы здесь собрались. Можно, конечно, запустить наши комбайны. Ротор, поехали. Пускай они тут будут ездить, собирать все. А мы с вами отправимся в магазин, закупим новенькую технику. Закупим новую технику и поедем с вами на карьер. Да и не просто поедем, а поедем весело очень, поедем большим таким караваном. Давай, родные, работай. Сейчас вот того еще запустим. Дон диги дон 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 дон. И надо уже, наверное, думать о том, что технику нашу надо где-то хоронить. Я имею в виду более культурный способ. Ой-ой-ой, как потащило. Дрифтанул-то неплохо так. Давайте вот тут вот немножко соберем, чтобы ему потом легче было. Ну ты нормально тут сейчас нагадишь. Гадюкин такой. Вот туда вот сейчас отъедем немножко. Что-то у него колеса не выворачиваются в обратную сторону. Ну и да, ладно. Раз не выворачивается, значит так и надо. Еще не помню, за кадром или с вами вместе траву косил. Один проходик сделал. Помню, что точно один проход. А с вами это было или без вас, я уже это не помню, простите. Так, он раскидывает, распыляет, это хорошо. Что он ее распыливает, раскидывает. Что у нас со скоростью 6 км/ч? Что нам мешает ехать, уважаемый? Что-то ты мне совсем разонравился, этот дон. Надо будет песка целую кучу перевозить и накопить на новенький комбайн. Какой-нибудь рассельмаша возьмем. Ибо дон наш вообще не справляется. Он медленный. Бункер у него маленький. Ну, в общем, такой себе. Не очень такой впечатлительный комбайн. Совсем ты мне перестал нравиться, Дон. Совсем.
Оп. Быть может, это все из-за мода на физику. Давай, 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 вперед. Вот так вот, пряменько, пряменько. Опускай свою сжаточку. Включаем Найтмита. Пошел Найтмит. Так, а мы с вами отправляемся в магазин и покупаем. Сейчас бы найти его. Вот он. 370 тысяч, ребятки, стоит. Номер. Нужен нам номер? Я думаю, что ни хрена не нужен. Вот такой вот он. Громедный. 65 тысяч литров у него, ребятки, вмещается вот тут вот. Купить. Несемся с вами в магазин. Вот он. Ах. Хорошенький. Так, знаете, что у него тут в кабине что-нибудь включается? Нет, да? Ничего такого. Окей. Окей. Запускаем. Хорошечный. Так, у нас осталось 48 тысяч. Хорошо, поехали. Управляемость вроде бы плюс-минус нормально. Едет он целых 57. Почти 60. Ха. Сколько гружу, столько и еду, да? Так, у помощника у нас там какого-то бункера заполнился. Но это не наша проблема. Так, а что никто не ездит? Я трафик-то включен. Дорожное движение включено. А почему никто не ездит? Ну да, ладно. Опачки. Так, у нас кабина с... Ой, с левой стороны, да? Погнали, в общем. Разгоняется, мама, не горюй. Уже почти полтильник, почти 60. Здесь нам направо. Ой, громедный. Да что ж ты? Блин, прилипает она к нему, камера. Прям в колеса. Да отстань ты. Господи. Это не я, это она сама, камера прилипает к нему туда, прям в колеса. Ну перестань, пожалуйста. Не, если на нем ехать, то знаки точно все попадают. Так, Найтмиты, блин, как они деньги жрут, а? Помощника заполнен, зерновой бункер. Я очень рад за этого помощника. Так, давайте, наверное, с кабины поедем. Тут нам налево. У меня там уже стоят два тягача. КамАЗик и Урал. Кстати, кто не смотрел прошлое видео, посмотрите обязательно. Как мы приобрели этого тягача Урала. Вот этого замечательного Урала. Так. Запускаем. Так, Follow Me работает. Там Вася уже сидит на готове. Поехали. Вы едете? Да, едут. Так, еще немножко, и тут надо будет на спуске направо поворачивать.
вот здесь вот. Ух, тормоза хорошечные. Оп. Нормально. Как там пацаны наши? Вроде хорошо проехали. Это радует. Минус 817 заработная плата. Неплохо. Так, теперь надо наших пацанов уволить пока что. И тебя мы тоже пока что уволим. Все, стоим. Стоим, ждем, ребята, наслаждаемся жизнью. Поехали. Интересно, мне хватит денег, чтобы заполнить песком мои это. Господи, ни хрена не вижу, куда еду. Уважаемый автор этого мода, если ты это видишь, исправь это. Почему камера прилипает вот к этому? Вот. Твою ж дивизию. Так, песок. Начать. Ой, минус денежка, минус денежка, минус денежка. Ну что ты опять прилип вот сюда? Ну пожалуйста, не прилипай. Ну, раз денежка падает, значит насыпается. Блин, я долить-то не могу, понимаешь? Минус 5200. О, значит, и на моих пацанов хватит. Отстань от колес ты этих. Господи. Я так понимаю, на этой технике только с кабины вид ездить. Больше никак. Дайте мне песка. Интересно, куда он сыпется? Он почему-то в кузов сыпется. В смысле, в этот самый, скажите мне, в прицеп. Прикольно. Так, и тут минус 3, да? Ну ладно, округлим 4, там 5, того 9. Пока что у нас минус 9000. Следующий. Тех. Давай. Камазик, ты сможешь. Ах, радиуса не хватает. Песок. Дайте нам песка, пожалуйста. Что-то какой-то темноватый песок. Интересно, конечно, все это происходит так. Стоишь кузовом, она тебе в прицеп. Так, и тут минус 3, 200, да? Минус 12, минус 13 тысяч, ребятки. На 13 тысяч мы закупились. Поехали посмотрим, на сколько тысяч мы это все продадим. Собственно. Ну что, ребята. Вот мы и заправились песочком по полной. Заехали по одному в этот бугор. Злосчастный. Сейчас поедем выгружаться. Оп.
потихоньку, полегоньку, спешить нам некуда. День у нас только начался, скоро дождик будет. Кстати, скоро дождь будет. Там же ж у меня уборочка идет соевых бобочков. Оп, оп, так, а у меня есть там на базе что-нибудь? Да, у меня же там прицеп же есть и трактора. Надо поехать разгрузить эти комбайны. Сейчас мы на дорогу выйдем. Да стойте. Вот, вот, на дорогу выйдем. Сейчас мы запустим наш трактор. О, как повезло, что он рядышком стоит. Давай, давай, давай. Где у тебя труба? Ага. Так, а где второй? Блин, второй далеко. Давай, родной, сгружайся. Скоро дождь пойдет. Поэтому надо, чтобы комбайны мои по-быстрому это все убрали. Поехали, найдем, где наш второй дон, который я очень-очень хочу продать. Лучше купить второго ротора и избавиться от этого дона. Что-то у меня очень разонравился. Это дон диги дон 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 дон. Лучше купить еще одного этого кировца трактора, нежели вот с этим вот доном. Мучиться тут. Так, все, я думаю, разгрузишь, да, дальше сам и поедешь. Возвращаемся. Нормально, вы меня подперли, нормально. Так, заводим. Вроде бы никого слева. Так, ребята, поехали. Ну что ты, камера? Господи, кто тебя сюда привязал? Так. Смотреть, если только так, в клиренс. Ой, простите. Мчимся. 13 тысяч мы потратили на покупку песка. А я уже пачкаюсь, как, смотри. Стекла уже грязные-грязные. Накатом, накатом, глянь. Вообще на педальку газа не жму. Да ему вообще пофиг, глянь. Скорость не сбавляется, любой бугор. Это можно, знаете что, продать вон тех вон двух тягачей своих с прицепами вместе и купить второй вот такой вот. Ну, сейчас посмотрим, сколько бабла нам еще дадут. То что-то себестоимость такая 297, как-то маловато очень. Маловато, маловатая цена. Так, ну вы там едете, нет? Камазики. Пройдет, ребятки, много лун, прежде чем мы доедем. Да, караваном ездить это такое себе удовольствие. Кто-нибудь да обязательно из них затупит. По
Ладно, будем ехать потихонечку, догонят. Главное на встречку не выезжать. И знаки постараться не сносить. О, полиция, здрасте. Там двух моих охламонов как-нибудь там поторопите. Они едут, то один куда-нибудь влепится, потом второй куда-нибудь влепится. Ужасные охламоны, просто ужасные охламоны. Бог, бог, бог. Все, тут можно даже в пол не жать тапочку накатом. Хотя нет, горочка чуть кончилась и все. Накатом больше не идет. Стоим, подождем наших охламончиков. Как раз там у кого-то бункер заполнился. Дон, какой ты медленный, Дон. Ротор уже, глянь, обратно возвращается. О, смотрите, как грязь из-под колес летит. Не знаю, видно вам, нет? Но Эдмиту мешает объект. Да вообще пофиг, что там кому мешает. Стойте там! Так, быть может, здесь вот по травке будет сила сцепления больше, быстрее поедем. Козочки, у вас еще убраться нужно. Так, ну, у нас приплод, одну козочку они нам принесли. Это уже хорошо. Найтмит закончил работу. Чего? Твоя же дивизия-то. Оп. Разгрузить. Он без меня будет разгружаться? Вроде разгружается. Ты чё это? Закончил. Команды не было заканчивать работу. Давай, поехал. Я сейчас подъеду тебя разгружать. Оп. Так, там Дон где-то ехал. Вот он. Все хорошо с этим ротором, но бункер у него маленький. Дона на 7, у ротора на 6. Пускай на 1000, да, разница, но она такая ощутимая. Так, а у тебя труба с той стороны, да? Тяжело трактору с этой физикой. А сейчас слышите шум? Звук от колес. Шелест такой. Так, что у тебя тут? Рассказывай. Так, 96%, да, должно быть?
принципе, все, она еле он заполняет. Давай, 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 Вася. Убери свою трубу, не буду я тебя больше разгружать. Так, глушим. Переносимся к нашей гвардии. Где они там? Бро. Школа, вот они. Какой дурак в меня въехал? Господи. Так, ну вы что там, вырулите, нет? Как же бесючая какая-то камера-то, а. Так, один выехал, второй тоже выехал. Погнали. Все хорошо с этим. Как его назвать-то, даже кировцем, не кировцем. Но вот эта вот привязка камеры непонятная. Ну ничего. Худо-бедно, потихонечку, полигонечку доедем. А я вам еще раз напомню, что у нас было минус 13 тысяч по закупке песка. Сейчас посмотрим, сколько мы в плюс выйдем. Оп. Кстати, бензин не так-то сильно, он много хавает. Ну, пачкается. Так, пацаны, вот тут будем налево заворачивать. Да я посмотрю. Давай в столб упрись. Нет, нормально завернул, молодец. Ну раз первый завернул, значит и второй повернем. Все. Давим на тапочку. Тут теперь главное, чтобы встречного автомобиля не было, а он есть. Знак бы не снести. Бабах. Задел меня немножко КамАЗик этот. Так, заезжаем, продаем. Ну как сделать так? Чего? Всего 19? Серьезно? Ну плюс 6 тысяч у нас уже пошло. Разгружаем. Так, знаете, легче сделать вот так.
сейчас, почему не появляется триггер. Ай. Вот тут появился. А! Интересно это все работает, интересно. Так, плюс там 3, там 5, 8, здесь 4, 12. Так, все, стоим. Блин. Звук у него прям вообще. Ах, тащусь. Думаю, не так. А разгрузить. Так, пока плюс 12 идем. А плюс 18. Плюс 24 000. Ну, такое себе. Знаете, я ожидал, конечно, нечто большего. Но это знаете, что с чем связано? Это еще раннее утро. Цена на песок как бы маловато. 300. Вот будет, когда она там в районе 400, вот тогда нормальный прибыль будет. Собственно, друзья, вот такая вот серия у нас была. Сейчас, когда-ка я их, наверное, всех до кучи соберу. Чтобы красивенький кадр сделать. Не знаю, как вас собрать-то. Так вот что. Оп. Так, это все спрячем. Делаем, а там посмотрим. Выберем, какой из них лучше. В общем, ребятки, вот такая вот серия. Всем, кто был, кто смотрел, спасибо за ваши прожатые лукасики, за ваши подписочки. Обязательно колокольчики. И пишем что-нибудь в комментарии. Это помогает продвижению канала. Помогает нам с вами расти. И вот. И у нас уже почти 1500, ребятки. Это не может меня не радовать. Большое вам огромное человеческое спасибо за все, что вы делаете. Оп. Нормально проехал. В общем, ребятки, всех обнял. Побежал пилить вам новую серию. Пока-пока. Берегите себя.